Горизонтальное бурение – это распространенный бестраншейный метод прокладывания подземных коммуникаций. Управление при этом играет важную роль, так как бур находится вне зоны видимости. Для решения этой задачи и применяются системы локации. Они представляют собой зонд, который расположен на буровой установке, и прибор для синхронизации с ним. В процессе работы происходит передача данных об угле и направлении бурения, число оборотов и температура. На протяжении более 20 лет такие локационные системы производят в Ульяновске. Мы постоянно находимся в развитии. Сейчас мы разрабатываем новые, в общем-то, функции для нашего оборудования, чтобы, во-первых, повысить дальность работы нашего оборудования под землей, так как уже большое количество коммуникаций у нас лежит под поверхностью земли, и мы вынуждены уходить ниже. Для того, чтобы уйти ниже, мы должны увеличить дальность работы нашего оборудования. Мы повышаем постоянно точность, надежность. Ульяновцы занимаются разработкой систем и их выпуском. Пишут программы, паяют микросхемы. Благодаря современным технологиям локационные системы могут работать при разных температурах и климатических условиях. Таким образом, продукция пользуется спросом по всему миру. За рубеж отправляется порядка 40% продукции, а санкции практически никак не повлияли на производство. Внешнеэкономическая деятельность нашей компании началась в 2015 году. Первые дилеры у нас были в Европе и одновременно практически в Китае. Вот. Соответственно, на данный момент у нас порядка 15 дилеров по всему миру, кроме США. Во всех остальных странах, практически или континентах, мы работаем. Отгрузки регулярные, и внешнеэкономическая деятельность по объемам поставок именно за границу, она растет из года в год. В штате компании 45 сотрудников. С использованием ульяновских систем локации пробурено более 10 тысяч километров скважин различного назначения и сложности, в том числе на объектах в Ульяновской области. В планах у компании освоить дополнительные рынки сбыта. Ориентир – Ближний Восток. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, УПРАВДА ТВ.